15 ноября 2023 года, афоризм у меня на сегодня будет такой. Если у вас многое за плечами, это уже точно не крылья. Написала 12 июня 2011 года этот афоризм. Весьма неплохой, по-моему. Многозначный. Если я его писал как... имея в виду, что если у вас большой жизненный опыт, то вы уже точно не ангел, то моя супруга Танюшка, привет тебе, любимая, поняла это как, если у вас богатый жизненный опыт, то у вас точно уже нет вдохновения, пассионарности. Ну, два смысла лучше, чем ни одного, правда ж? Богатый опыт часто дорого обходится. Беда с опытом то неоценимый, то непередаваемый.